Но я вообще спать не хочу, я капец сам переживаю, у меня аж, блин, ладошки вспотели. Вот, давайте потихонечку начинаем подключаться, сейчас будем начинать. Я подключу девочку, помощницу, которая мне будет помогать в этом розыгрыше. Самое главное условие, ребят, те, кто подключается, обязательно открывайте свои страницы, чтобы мы смогли просто-напросто проверить условия. Поэтому у вас еще есть время, мы сейчас потихоньку будем собирать людей. Сейчас я подключу Аню. Ань, ты здесь? Вот, нашел я тебя. Давай добавлю. Вот, ребят, привет-привет всем. Как настроение? Как дела? Рассказывайте, у кого сколько времени? Потому что у нас именно розыгрыш идет в 21:00 по Москве. У нас участвуют все города, все страны, поэтому у нас лично 2 часа ночи. В Москве сейчас 21:00. Ура, привет. Ань, привет-привет. Где ты там? Покажи себя хоть. Можно не надо? Ну, сейчас скажут, какой-то там робот с нами разговаривает. Мы проводили с Вадимом, но так как у нас Вадим сегодня немного занят и проводит другие розыгрыши, поэтому у нас сегодня будет помогать Аня, познакомьтесь с ней. Эта девочка будет помощницей. Аня, у меня только к тебе единственная просьба. Ты сможешь у себя включить генератор чисел? Почему? Потому что у меня нет второго телефона, чтобы я мог это сделать. Да, вот он уже у меня есть. Все, есть, да, там? Отлично, угу. Супер. Давай сейчас подождем немножко, пускай минуты 2-3 подождем, пускай люди потихоньку собираются. У нас 12:00 кого-то. Крутяк, ждем. Вот, ребят, давайте пишем в комментариях, кто хочет какой приз. Кто хочет деньги, кто хочет, я не знаю, украшения. Мы сегодня разыгрываем, внимание, у нас будет 18 победителей. 18, чтобы вы понимали. Такого не было еще ни разу у нас. Мы решили такой сделать именно масштабный. У нас 10 бьюти-боксов, 5 украшений. Получается, 2 костюма. 2 костюма. И самый главный приз – это деньги мы будем разыгрывать в самом конце, поэтому всем оставаться в прямом эфире. Да. Давайте, ребят, сначала ознакомим с правилами, пока мы ждем остальных всех, кто подключится. Ребят, у нас был резервный аккаунт, то есть в подписках у Руслана был спрятан аккаунт, с которого мы выгрузили всех участников, то есть откуда вот эти вот все люди. У нас был аккаунт зашифрованный, мы выгрузили всех номерки. Номерки есть в шапке профиля. Сколько у нас получилось всего вообще участников? Так, секунду. У нас получилось 5000, сейчас скажу точно. Так, 5148 участников. 5148, ну в принципе круто. То есть мы в рандоме вбиваем 5148 и нажимаем сгенерировать. Да, ну давай, в принципе, что, минутку подождем, 637 людей в эфире. Давайте, ребят, подключаемся и, в принципе, будем начинать. Ребят, смотрите, многие сейчас мне пишут в директ, что не могут либо найти свой номерок, либо там не успели. Еще раз повторюсь, у каждого, кто принимал участие, есть свой номер. И в любом случае, даже если вы не в прямом эфире, мы вам отпишемся в директ. Мы отпишемся в директ и завтра прямо также постараемся с некоторыми ребятами, если будет возможность, также выйти, чтобы прямой эфир, чтобы вы познакомились с теми, кто выиграл. Вот, поэтому давай будем начинать, потому что у нас 18 призов. Вот. Да, давай. Давай, поэтому... Чего начнем? Я считаю до 3, и ты нажимаешь. Так, вот у нас, смотрите, кто не увидел, 5148, вбиваем в генератор 5148. Отлично. Давай, а что разыграем? Давай с бьюти-бокса начнем. Я давай. Я с бьюти-бокса, 10 бьюти-боксов. Поехали, 1, 2, 3, нажимаем. 2569. Ребята, да, кто нашел свой номерок? 2569. Да, если победители будут в эфире, будет вообще очень круто. Блин, было вообще круто. У меня весь директ был забит сейчас, что мы ждем прямой эфир. Мы нашли свои номерки. Блин, там, надеюсь, у меня 22 номер. Мне не нравится этот номер. Я говорю, наоборот, прикольно. Так, 2569. Вон, я вижу. Ритуля. Ритуля.
Так, Ритуля, вы здесь? Сейчас мы... Смотрите, ребят, если мы когда здесь, то завис. Так, Маргарита. Сразу... Так, вот, Маргарита. Так, вот аккаунт. Аккаунт открытый. Аккаунт открытый, супер. Давай, теперь проверим подписки. И, сейчас. Может быть, у нас первый победитель уже готов. Так, как там ник? Так, Маргарита, вы секунду здесь? Секунду найду. Так. Не считаете. В смысле, все мы считаем, не переживайте. Настя, приветик. Настя, так, вот. Помаши нам ручкой. Нашла, да? Так, считаем. Давай, потихонечку начинаем считать. Ребят, самое главное, чтобы страница была открыта, и самое главное, чтобы вы проверили все подписки. Поэтому, если вы сейчас в прямом эфире, у вас страница закрыта, быстро выходим, открываем и заходим заново. Потому что самый главный приз мы будем разыгрывать в самом конце. Снимайте чуть подальше. Так, 70. Наверное, мне. Так, 80. Настя здесь, не переживайте. 99, все отлично. Все круто. Поздравляю. Так, давайте сразу ей напишем. Да, сразу пишем гирик победителям, чтобы потом их не потерять. Так, вот. Написала, да? Отправить. Все, крутяк. Все, первый битибокс разыгран. Поздравляем победительницу. Поехали дальше. У нас еще 9. Давай дальше. Давай, все, нажимаем. Раз, два, три, генерируем. 2843. Очень рядом. 2843. Я весь мир смотрела, себе нашла. Хотя все условия были сделаны. Не переживай. Так, 2843. Мне вот так просто, ребята, находится. Нашла? Так. Вот девочка. Тоже пока открытый аккаунт. Подальше. Ань, сделай чуть-чуть подальше. СС, Саш. Вот. Угу. Кто не увидел здесь, то вот. 2843. Да, 2843. Все еще. Все, девочку нашли. Давай теперь проверим подписки. Это у нас мы сейчас разыграем второй Beauty Box. Может, в списке нет моего номерка. Нет, ребят, смотрите, номерки раздаются автоматически программы, поэтому не может быть, чтобы как-то программа вас пропустила. Такого не может быть. Так, считаем. Поехали. Открытая страничка уже есть. Все, крутяк, так, второй это... битибокс, сразу пишем директ. Все, проверьте живой экран. О, девочка ответила, первая. Да ладно, супер, крутяк. Скажите, загони прямой эфир срочно. Сейчас скажу. Заходи в прямой эфир. Да. Все, она пишет, она в шоке. Круто, поехали дальше. Давайте третий. Давай третий. Поджали. Раз, два, три. Генерировочек. Так. 42-38. 40. Капец, у нас сегодня числа, я не знаю, какие-то четырехзначные пошли. Четырехзначные числа. Ну ничего, нормально. 5. 42. 8 человек участвовало. Это очень круто. 42-38. Так. Нюта? Какая-то Нюта, да? Нюта, наверное, девочки. Круто, что у нас бьюти-бокс выигрывает одни девочки, я вот заметила. Ну ничего, говорит, если мальчик выиграет, подарит своей девушке. Я думаю, тоже да, открытый аккаунт. Найдет кому вручить. Так, тоже открытый аккаунт, тоже живой. Супер, проверяем давай подписки. Так, сейчас еще.